Ну что, всем привет, всем доброго времени суток, у микрофона Эдди, и сегодня мы посмотрим мод на тему апокалипсиса, мод называется Метеор мод. Итак, чтобы его активировать, нажимаем две клавиши, Ctrl-M, и просто смотрим, должен начаться хаос. И вот что-то взрывается, офигеть, просто с неба падают огромные камни, это метеоры, метеориты, и они взрываются. Люди в панике, в бешенстве, не знают, куда податься. Мод на самом деле для любителей адреналина, либо для каких-то фильмов, наверное, но в целом очень забавно и необычно кататься по Лос-Сантосу, по штату, именно вот с таким модом. Это реально чувствуется апокалипсис, ребята, типа, посмотрите фильм 2012, я не знаю, и вы сразу все поймете. И данный мод также можно отключить, нажав на две клавиши Shift-M, но давайте пока покатаемся, посмотрим. Просто эти жесть. Но почему-то моя машина не взрывается. Я не знаю, может, это нормально, может, это просто фикции, то, что взрывы. Хотя все очень сильно трясется. Камера, машина, дорога, вообще очень жесткая тряска. И людей становится меньше. Вот, люди выходят, с ума сходят. В общем, мод реально приводит апокалипсис в штат Сан-Андреас. Да, всем привет, такие дела. Вау, заправка взорвалась, прикиньте. Жестко. Ну ладно, давайте отключим данный мод. Это клавиши, две клавиши, Shift и M. И по идее данный мод уже должен отключиться. Вроде бы стало попроще, все, да, все работает, пожалуйста, welcome. Так что такие дела, Метеор мод, всем удачи, всем пока и увидимся, услышимся в следующем обзоре. Пока. Ну и, конечно, хочу сказать спасибо этому человеку за первую подписку на Патреоне. Спасибо, Илья, это не может не радовать. Если вы желаете поддержать канал, вы можете сделать это на Патреоне, став патроном канала. Ссылка будет в описании.